Привет, друзья! Вы на канале Код 812. Сегодня 10 июля. В этот день, в 1726 году, родился Александр Кокоринов, русский архитектор, профессор и ректор Императорской академии художеств. В 1754 году произведен в унтер-архитекторы и поступил в помощники к Растрелли. К этой поре относится сближение Кокоринова с Иваном Шуваловым. Шувалов по учреждению Академии художеств сделал Кокоринова своим ближайшим сотрудником по ее устройству и управлению. Пользуясь доверием преемника Шувалова Бицкого, Кокоринов завел порядок в классах Академии и во всех частях ее хозяйства и возбудил интерес к ней не только в высшем кругу, но и в средних слоях русского общества. Под влиянием поднявшихся против Кокоринова интриг Бицкой перестал относиться к нему с прежним доверием и назначил несколько комиссий для проверки положения хозяйственных дел Академии. Ревизоры не нашли в распоряжениях Кокоринова ничего предосудительного или неправильного, однако эти события сильно подорвали здоровье архитектора. Александр Филиппович Кокоринов скончался 21 марта 1772 года. А на сегодня все. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. До завтра!